Привет, друзья, всем на канале Сельчанка в Америке. Наконец-то пришло стекло. Короче, заказал я его, наверное, еще на той неделе. Сейчас скажу вам. Где-то на начале, короче. Где-то в понедельник, наверное, я заказал его. И вот это столько и шло стекло. Из Чикаго, 300 миль. Уже можно было бы на велосипеде туда съездить, забрать. Ну, такой отзыв мы им и оставим. А сейчас только напишешь, оставишь отзыв, что вот так вот, чтобы люди знали, как они отсылают перед тем, как покупать. Всегда же смотрят на фидбэк, какой там у них. И потом сразу начинают тебе писать, звонить начинают тебе. Давай мы как-то туда-сюда, там может это, да? А когда мне надо было, то вы, и я вам писал, то вы даже не старались и ответить. Сейчас уже буду выгонять эту ракету. И надо ее регистрировать. Ставить ее на учет, она чистый тайтл, то есть даже если вот в аварию, не дай бог, что-то останется, вот эта дверка передняя, видите, все, страховка выплатит без никаких там Забылся выключить это. Опа. Вот, смотрите, следы инспекторов. Видите? Все здесь они проверили уже. Так что... А я им уже доверяю, так что это даже бесспорно. Если они мне ничего не сказали, значит, все хорошо. Машина готова к эксплуатации. Так что вот так. Покраской заниматься пока не буду, надо еще сюда такую штучку, я Володе сфотографировал, пусть напряжет чресло и найдет. Это все надо будет ремонтировать, но не сейчас, пока ему нужен автомобиль. Сейчас ручку вытру. Ну и тут сейчас позапрыскую, так, чтобы можно было на ней кататься. Ух ты, друзья, всем привет, всем добрый вечер. Мы идем смотреть машину. Уже муж сделал Вовину машину. Вот, уже ездит. Такой снег, что не проваливается. Не проламывается. Вот поехала красавица. О, какая красивая машиночка. Все хорошо. У-у-у-у. Да, уже донатцы крутит. У нас так похолодало просто. Ух, такой ветер с морозом. А ему не холодно, да? О, какая шапка, какая куртка. А где куртка? Это ж только безрукавка. Ему не холодно, говорит, а мне трясет. Ну, красивая машиночка. Пришла посылка, там, наверное, какие-то запчасти до Оксаниной машины. Еще Оксану сделает. И все. Ген, посылка пришла, ты видел? А Марикина, а Оксанины нету. А, ну все, красавица. А ну,
Да. Себе такую купишь. Сидушку настраивайте по себе, як ви хочете. Ну вона, йому коптакенький джипик. Ага, щоб повыше. Сидушка добре. Подсунуть йому туди. Там ногою. Туди хочете. Как же ж холодно. Ой-ой-ой. Сейчас иду кормить курочек. Ген, ноги не мерзнут? Классный, да? Классно вообще. Башмачки. А штаны же у тебя есть, что ж двойные есть джинсы? Или поотдавал? Он же у нас, кто приедет, то всем свою одежду отдает, а я затем снова покупаю. Пускай туда к соседу поедет. Попробует там, да? Да? Испугался, да? Хорошо, что научился ездить просто. Все дороги, друзья, знает, весь город знает. Друзья, всю жизнь проездил на конях. Да. Ну, полжизни, можно сказать, потому что там... Он работал, да. В колхозе работал. Пара коней у него была. И... Так что... Сюда приехал в Америку и сел на машину. За руль. И быстро научился. Стоп, красивенький, да? На силу-то. Я знаю, где он там развернется. Ага, там же не почищено. До соседа заедет, может быть. Ну, похолодало сегодня просто. Во-во-во-во. Ну, а сейчас, да. Все. Надо ему сказать, что приехал, забрал сегодня. Уже остается только брать страховку, да? Да. А там, как будут ее гроши, я покрашу. Надо ему счет выслать Володе. За работу. За работу, да. Да, чтобы машину сделать, о, очень дорого. О, дед, я газую, занесло все, Шумахер, короче. Ну там лед, видишь, ну, там блестит. Перед ведучий, друзья. Ну по городу, это мы за городом, то нам нужно, чтобы... Да, даже поворота включает, сюда заезжает. Да, молодец, машиночку сделал. Еще, даст Бог, Оксаны сделает. Это машина низко. Моя машина. Лучше, да? Да. Да. Высоко. Да, 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 да. Это же это. У тебя как джипик идет. Я тоже так люблю, чтобы выше было. Это такая молодежная. Ну, добрая машина. Угу. Как она скользит, да, вот что значит четыре колеса. Ага, осторожно, аккуратно. Да, это сынулька уже, наверное, подъехала. Да, сыночка. Рыбу. Хорошо. Сынулька с работы наш приехал. Все, друзья, иду, потому что холодина такая. Отец говорит, да что здесь холодно? Ничего не холодно. Ну, я не знаю, мне холодно.